Все хорошо идет, подготовка подходит почти. Мы прошли тренировочный лагерь, и мы готовы на 90%. И к Олимпийским играм, я думаю, будут все 100% уже. Нельзя выделить одну весовую категорию. Все весовые категории очень тяжелые, везде много хороших борцов, но наша команда хорошо готовится. Я думаю, мы едем туда все за медалями. Желаю всем, всей азербайджанской сборной по всем видам спорта удачи. Я надеюсь, мы привезем очень много медалей и побольше золотых. Всем удачи!